Пожалуй, я куда-нибудь сюда сразу портал тыкну, блядь, пизду. Я СС. СС есть, пацаны? Не, 8 минут, когда. Все, все готовы. Ой, отчет. Давай. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Блять, Дарнован вредит, нормально. Каст. Блять, еле как успели. Ой, как. Кунка чаржем там, блядь, цепом забивай, ну. МК, МК, контрол раздали быстрее. Вы уже вышли. Трэш, одна секунда. Трэш вышел. МК сейчас будет. Служить. МК раздали контролы. К, сбейте. Бентли не убейте, ну ёбаный в рот, нахуй. Сам вставай. Ребахнули шамана быстрее. Больше ТПС по боссу. Вы уже вышли. Трэш вышел. Шамана не ребахнули еще. Все, вижу. МК сейчас будет. Раздали контролы. Не убейте миликов, блядь. Стопните УЕ. Стопните ебаный УЕ. Не убейте миликов, пожалуйста. Ну кунка сейчас умрет. Кунку циклон. Босс. Блядь, серый БР по боссу, по кунке быстрее. Забирай. А, окей, у тебя СС был. Все хорошо. Геру, давайте фулл ДПС по боссу. Ой, блядь. У меня были. Духи появились. Один в полумесяце. Два в полумесяц бегут, аккуратно. Рай поднимать? Да. Spirits. Духи, один в полумесяце, другой в звезде. И Лерри Слина. Контроллеры раздали. Ковер Реслина, ты Мирай. Подняли быстрее. На пул фонаре. Дай сетру фонарей. Да блять, ну мил. Милфхан, хули ты там делал в милизоне вообще? Духи отошли. Трэша да хуя. ШП, помогите потрошить. Он фрейду прилетел. Агро скидывайте. Даю. Надо меча уже напуливать надо потом. Трэш, трэш. Духи аккуратно. Контролы раздали. Трех хилов. Дай, дай гимн на хп, блядь, чувак. Падать. Три хила в контрол. Любез маны почти. Что за трэш ебаный? Ну, блядь, вы начнете играть нахуй сегодня или нет? Ну вы заебали этих духов лутать. Ну что, блядь, за пиздец происходит? Ну проще, мне кажется, обезьяну уже, блядь, показать нахуй, что делать, блядь. Где-то видел ролик, что обезьяна там играет в комп. О, это я. Люлька, не предсказывай. Ну, я, у меня так все работает. Давай попробуем один раз, блядь, перебежать из одной половины комнаты в другую от духов. Да, войд, они появляются рандомно, это бессмысленно. Один раз ты пробежишь нормально, а другой раз тебя закроют духи, вы побежите кучкой все и просто там вайпнет один всех.
Можно сразу КС сжать. Вы бы встали бы по комнате нормально, а то на половину комнате стоит 20 человек, на второй там 7. Типа. Ах, бля, а неужели нет аддона, который пишет, что за тобой дух появляется? Бля, а что, так не видно кунку или что? Да не, у меня-то с этим проблем нету, но у людей в Reddit-то есть, типа, значит, им это типа, необходимо. Типа, ты же можешь видеть, и другие тоже пусть учатся видеть, блядь. Ну, жмиши, у этой ДНК. Все, тихо. Надо набирать, хавайте рыбу в лобавкере. Че, боссом? Это мейнгейм Никита, блять, он рутует, чтобы он Ренджо не доставал бить. Да, блять, я думал, он побежит меня пиздить, нахуй, это кастер оказался. Просто быстро кастанул. Не испугался, блядь. Да, бля, я понял. Шишки. Так, давайте убьем, ну пожалуйста. Шишки съел. Давай я дали счет. Соберитесь, убьем. Если на кнопочки нажмите. Адель. Каску помогу. Чуть не дали. Давай сейчас убьем 10 кайпа. О, слышали? Хороший бай. Хуй с вами, даже десятку дам, если вы сейчас убьете. Слышали, слышали, давайте, блядь. Работаем. Как в покере. Специально ждали момента, да? Да. Ладно. Контроллеры сдали. Лужа мили. Трэш. Чуть Валю не проебали, но кто-то грипнул у него. Раздали контролы быстрее. Не убейте боссама, не убейте боссама. Циклоны максимальные. Испил машина. Салом мне кинул, я в ахуе. Я иди спальну. Хорош. Меня здесь. Трэш, одна секунда, лужа вышла. МК 2 секунды. МК должно быть сейчас. Не кидает, сука. Раздали контролы. Реслина не убейте. Служи вышли. Стопните в босса, не бейте пока. Стопни, стоп. Хотя не. Еще переводи, бейте, нормально, переводи. Бейте, бейте. Нормально, бьем, бьем, бьем. Дайте. Дал. Все, отлично. Быстрее, быстрее. На дармеща холнопулы. Веди босс. Гера, давай. На пол фонаря. Фонарь сокру, дух в печеньке прямо. Ну сразу взорвали с пула нахуй. Ебланы нахуй. Минус два только. Бэров нет. У чего есть? Минус три нахуй. Ну зачем ты его? Я ж друид. Духи в один полумесяца, другой в кресте. Кинься. Спасибо. Spirits. Она была война, Берн, по-моему, похуй. Пробуйте. Spirits. Духи. Один в полумесяца. В полумесяц бежит. Другой в крест бежит. Духи. Дармич из баунды. Звезде прям. Мелизон убежит, 2 штуки.
Духи, под боссом один. Опять Мелизону побежал. Раскол нажимаю. На пол на дремещаху. Undertouch, без приз. Духи новые. Один в кресте, другой в полумесяц. Духи. В центре один бежит в звезду за каким-то палом вроде. За крест. Духи. Один в печеньке, другой в кресте. В крест бежит один. Раздали контролы. Глюдай сокру. Блять, порешит. На пол фонаря. Один в полумесяц иду, другой в звезде. Бах. Чё я умер? Прикосновение вампира. Хулишит, мне всё-таки захуярил, блять. Да, я тоже вон шутнул. Пробуем. Да хуя уже, 4 дня. Нету БРа в 2 минуты, падайте. Пиздец. 10 КИП. Давай за следующий трай 5К на. Кто в начале ебанул? Я скорее всего. Да. Пропс. Нет. Не, да, ты швепс вижу, без приз. Такого лишнего боя. Шишки? Вечную тьму. Какие, кстати, шишки? Кедровые? Да, блять, пушистые. Деревянные, блять. Понимаю, я кастанул, но он не кастанулся, потом я уже на тебя повернулся опять, и ты глыбу сюда дал. Давайте сейчас ебанём. Блять, вот мне вот эта хуйня еще нравится, блять. Хулишит фире нахуй. И стоит хуярит в этом фире нахуй. Ну да. Я специально бежал за ними, чтобы фир дать. Войду. В итоге, блять, он все равно ему похуй. Он останавливается, так, блядь, квальца стоит. Не, я вижу, что ну, этот хулич начинает меня хуярить, да? Я ему даю койл нахуй, даю фир, блять. И он меня в фире, сука, убивает. Это пиздец, блять. Да, они еще там жезл ебаны. Нет, это там, не сопрот, они прям в фире бегают. Когда ВВК и в фире, можно, короче, иногда вперед бежать и не будет кастовать. Ну, через раз работает, не всегда. Ну да, через раз работает, но иногда проходит такая хуйня. Нет, все равно полезная хуйня, надо пробовать. Хавайте рыбу и бафайте. У нас все 5 крестов, точнее 6 или 5, стоят в кресте, да? В районе креста. Нет. Похуй, где стоят, да? Да пусть рассосут. Не, ну вообще в районе... Я, например, в кресте. Кто? Шипешники в кресте стоят. Ну вот, честно, вот вам всем мешают духи шипешные, правда? Нет. Не знаю, мне не мешают. Мне единственное, что мешает, это вот... Вот и неприятно это... все, но все равно ведь можно отличить одного от другого. Юля, они мне мешают смотреть, где все появляются, понимаешь? Я только не вижу с одной стороны сейчас, где они появляются, это со стороны креста. Мне-то похуй, ну типа я отойду, я под собой увижу духа, если что. Ну хилам тяжело, они там постоянно смотрят там на эти иконки. Типа по сторонам не смотрят. А на лестнице вот на этой, по-моему, духи не спавнятся, да? Вот если вот прям здесь. Спавнится. Где игрок, там и дух, типа, без разницы где-то стоять будешь. Там на определенной ринже он, короче, спавнится. От тебя, чтобы добежать и убить, тебе нужно там метров 5 от него дойти, чтобы он до тебя не дошел. А, Ондра пришел нахуй. Сейчас Ондру еще возьмем. Милхант обратно на замену. Блять, что такое придумать? Да сука, сделали бы лямов 50, нормально, чтобы, блядь. Шкаф купить. Так убивается. Так убивается. Ну это не просто. Вы пиво хуярите духов каждый пул. Вы каждый пул хуярите духов.
А у нас есть какая-то это, записная книжка, где кто сколько взорвал там? Ну это типа у кого вообще отчет есть, через details посмотреть можно. Сколько атак нанесено. Но опять же, люди после взрывают, это же тоже повлияет на эту статистику. Ну я тебе могу сказать так, после, не после нахуй, кто больше всего взорвал. Боссом два раза нахуй за все время сегодняшних пулов. После, не после, хуй его знает. Дальше. Бесприз два раза. Steams два раза. Один. Мне два показывает. Адель то же самое два раза. Юля. Холишит два раза. Ну, один раз. Барбо. Два раза это уже. У меня два раза. Короче, жестко нахуй. Давайте как-то попробуем, блядь, не взрывать их. Бебы 4, хуй его знает. Рид. Один или два, непонятно. Давай хотя бы... Один, и то, когда мы вайпались уже. Давай хотя бы, знаешь, блядь, ну, один раз попробуем чисто вот, допустим, все РДД встанут в квадрат, а хилы... Да подожди, да я, блядь, договорю. Давай все РДД попробуют встать в квадрат, а хилы, допустим, в луну. И как только призовутся духи, мы посмотрим, куда они полетят. Если, допустим, все три в квадрат, то просто все, кто в квадрате, перебегут в крест. Ну и по часовой, типа, будут перебегать. Так они... Нет, это хуйня. Они спавнятся. Я тебе говорю, Войд, они спавнятся, блядь. Смотри, даже вот где пет может стоять, они там могут спавниться. Потому что даже лужа в педа кидает. Вот ты пет оставляешь условно, вот видишь, где тут ханты оставляют, бланшет. Сюда лужа кидается в пет, если что. Так же и духи могут в петов появиться. Все, меньше пиздежа. Даже петов, но там нету тиков, только первый раз, типа, дамажит их на 7000 и все. И ты знаешь, что мы с луны не будем хилить мильков, которые бегают вокруг, возле дермич, босса? Дермич, спекайся в БДК. Соберитесь, ну, блядь. И убью, и этот босс умрет, если вы не будете духа взрывать. А не вот это, нерв, хуерв, нахуй, все остальное. Еще раз арчу на плуму. А что там, хилы достанут? Нет? Ну, трэш. Все, давай, что ты? Когда чуповый мимо круг делает, я хилю. Поехали. А по рисинг, кстати, посмотри сейчас, да? Раздали контролы быстрее. Вы уже вышли. МК 2 секунды. МК. Раздали контроль. Реслина не убейте. Пиздец. Склоньте его. Сейчас продолю. Да сука. Ребафните пал. Там СС был. Трэш вышел. Ложи вышли. МК 2 секунды. МК раздали контролы. Законтролили быстрее. Скорее всего и меня, главное. Трэш добили быстрее. Стопните по леди немножко, стопните, не бейте, стопните. Трэш добейте. Все, переводим леди. На пул дермича. Геру давайте.
На пол фонаря. Крест. Духи пошли аккуратно. Геру не дали. Фонарь. Геру дайте. Фонарь дай сокру. Да. Прохил. Законтрольте людей. Кунку прохил. Вот. Блять. Ковер, дай Берпу войду. Духи аккуратно в полумесяц. Духи новые. Два в полумесяце. Два в полумесяце, повторяю. Дайте, пожалуйста, еще Геру. Ребафните друида. Духи новые в кресте и в квадрат бежит. Дермич из баунт. Духи новые. В печеньку бежит. Два в печеньку. Около печеньки два. Раздали контролы. Быстрее. Законтрольте. Аккуратно. Два духа в звезду бежит. В сторону звезды. Духи новые. Один в кресте, другой в полумесяце. Аккуратно отошли. Я вылетел. Войд, БР по королеве. Иннер залезь, да. А, все окей, Иннер залезь. Духи пошли. Аккуратно, один в печеньке, второй в квадрате. На пол дермича Кирилл сбросишь? Да, раскол нажал. На один осколок остался. Дух, аккуратно, в звезду бежит, отбеги нахуй. Другой в кресте. Войд, БР по Валентайму. Я вылетел. А, ясно. Духи, аккуратно. Глю, дай сокру. Раздали контролы. Хисяки. Духи, аккуратно. Один, нормально. Новые духи пошли. На пол меня. В печеньку бежит, в босса. Прямо в босса бежит дух. И второй тоже в сторону креста кота. На пол фонаря, сейчас сорвете. Дух, аккуратно, один в звезде. Другой в печеньку бежит. Два в печеньке. Все, напуливайте в дермича. Духи новые. Лестница. Лестница, да. Гро сорвал вдаль. Дайте с боб ему сальву. Скорее всего, быстрее. Два духа в боссе бежит. Духи новые. Этот Люксор, дай сокру. Два в звезде. Прохил кунку. Дух в печеньке появился. Один в полумесяце. В печень... Около печеньки дух. Арести нарезать? Да. Хули щиту салю быстрее. Духи, один в печеньке под боссом прямо. Два штуки, блять. Пизда нахуй, взорвали, блять. Вставал Арестин? Он встал. Нет, аккуратно, один в полумесяце. Блять. Ясно. Съебал в рот нахуй. Дирмич одного взорвал. Еще. Дирмич и хисяк. Все. Даже с вылетом все заебись было по Берсе. Все заебись. Хорошо шли. Очень хорошо шли. Че кому-то пизду дам. Писяка. Писяка. Сука, умирай, блядь. Пряталась в уголок, чтоб никто не волок. Смотри, а у нас играют трэш милики, да? Встали, резнулись. Что? Нас... Милики в трэш играют, в три моба. Да. А что если мы пустим леди... Ондра на боссе остается. А что если остальные? Мы пустим всех миликов на босса и пустим леди по кругу ходить? А РДД будет подсвечиваться в этот, как он называется, нахуй. А кастерский моб? Да в рот его ебать, этого кастерского моба, блядь. Нет, это хуйня. Это хуйня полная. Она уест по рейду сильно слишком, чтобы улучшиться. Я просто хочу... Дайте скажу. Да единственное, что милики иногда стоят чилят, блин, секунд 7-8. Вот я и... Если убиваем, можете пробежать в центр там побить их. Я хочу... Я почему это предложил? Потому что таким образом, блядь... Подожди. Горишь, чилите дохуя, да? Это кто бьет? Кунка боссом получается.
Решили нет, номера. Не всегда. В основном мы четко убили, перешли, там вышел трэш. Убили, перешли, а вышли. Но не, все равно. Быстро убиваем. Все равно одного... четвером лучше бить в пизду. Но если одного РДД, то да, а милика одного на босса посадить. Просто посадить. Я к тому, что просто, когда мы убили быстро трэш, можно побежать леди пару тык выписать и перебежать на другую сторону. А, это не особо просто. Все, давайте фулбаф, соберитесь. Ну ёб твою мать, ну, блядь, идеальный пул был, нахуй. Вы его опять засрали духами. Победный трай, давайте. 5к на почту всем, если убьем. На этом трая. Поточнить надо, да? Ну да. Может, давай на этом... На этом нерф? Хотя бы. Да мы бы, блядь, уже добили ее нахуй, если бы тогда тоже духа не словили, не сдохли. Давай, чё тогда? 5% когда оставили, блядь. 2. Постарайтесь, но откройте глаза свои. Я слепой. Давайте без рофлов соберитесь. Ни один осколок, кстати, остался. На раскол оставлю. Если все равно будет. Реслина не убьёт. Раздали контрол. Реслина сейчас убьете. Убьете Реслина. Убили Реслина. Как он умирает? Ну? БРов нету. Да как умирает? УЕшка его захуяривает. Ну. ШПшки, нахуй. Падайте, блядь. БРов нету. Ну. Не, падайте ну, быстрее, не все время. Если подумать, у нас каждый пол на первом. Зашли бой, в... кто-то умирает. Смысл вообще тогда траить дальше? Там просто видишь, БР и КДМ. Смысл в том, чтобы, блядь, стопнуть ебаное УЕ свое, когда кидает в МК. И законтролить этого человека. Ну, это если да. Это милишник, в первую очередь его нужно циклонить, потому что его убивают сразу. Ебаные ШП. РДДшники стоят чуть дальше. Их там УЕ не задевает. Ну там да. А милишников ложит сразу. Там не успевает реагировать, его просто шоты там забирают. Я вам это говорил еще вчера, нахуй. Говорю сегодня, опять повторяю. Лежите, я масрез дам, если он еще никогда. Вот Барбара, что у тебя по осколку? Мы тоже с того света вытащили. Сколько у тебя осколков, Барбарас? Давай, поставишь шкаф, короче. Ты, да. Я пойду, блядь, чуть-чуть осколков. Ты добил пока. Кто с пулю? Охуенно. Бля, я забил. Тотем у него, он тотем не убрал. Просто. А, это я, наверное, тотем не убрал. Сорян. Минус 1000. Охуенно, вы еще там босса не депулите. Я не знаю, этот баг все равно вернулся. Я типа, я умираю, и по соресу не могу 5 ТС. Кэш почистил. Полностью его вперёд. Нет, надо было Wi-Fi. Задоста... Не, за доставку. Ну, я не знаю, это какой-то баг новый. Вот с этим обновлением. Чё, пошли, сдохни. Так. Лужа. Чё за хуйня? А кому диван дать? Эники, Бенники. Нет, ты... не надо. А не надо, ты лап. Я за тебя пету убью сейчас, блядь, чёрт. Отпусти его. Я телепорт не узнал. Я не могу его отпустить. Леди. Бля, Валера, нахуй, за что? Отпусти и прощай. Повезло, блядь. Пизда, кринж какой-то был. Сейчас лас полделаем и все. На сегодня хватит. Победный? Это вы уже сами смотрите. Если не взорвете, то будет победный. Предлагаю тому, кто взорвет духа, минус 1000 уже сразу на вас. Да, например. Ну это как-то жестко. Ага. Ну смотри. Давай. Не, подождите, нет, стоп, сейчас, сука, сидели 4 часа, они косячили кто-то, и сейчас один словит, который ни одного косяка не сделал, получит минус косарь, идите-ка вы нахуй. Правильно. Бред, реально. Швепс, а ты там что говоришь, ты вообще фул ЕП. Предлагаю тому, кто словит, минус фул ЕП просто. Согласен. Не, косарь минимум. Нет, я сам ни разу не поймал этого духа, но мне кажется, косаря хватит, чтобы, ну, как пища для размышления, убежать от духа. Сколько дают ЕП за трай? Типа 1200?
Ну, 2к вроде. 2к Кирилл давал, если фул вроде бы. В смысле, 1200 он вчера дал? Ну, он дал, нет, он дал 200 на старте, 1200, но мы вчера до 11. Ну, смотри, 1200 ЕП, это 4 духа, блядь, как бы фри. 3 духа. Ну, 4. А, ну ладно, 3, да. 3. Ну да. Пока что на 800 планировали. Я тоже пока на 800. Главное, что в плюсе пока. Блять, может есть какой-то гайд, как не ловить духов, сука, давайте погуглим. Ну, это когда отключат вот этот ебучий волонир, блядь. Ты духов не ловишь. Не-не-не, а когда отключат ебучий волонир, и может быть чуть-чуть там духов порежет, мне кажется, меньше надо плыть. Ну, хочешь, мы их снимем. Они на обычном ЛК ваншотать вообще-то должны. Давайте в натуре. Вот я придумал. Слышите, шипы, одевайте Т-10, короче, снимайте волонир, давай сейчас убьем, ебать. Не видим из-за вас. Давайте разденемся и будем бить босса на полку. Все, тихо. Денсы, все. Закройте рот, пожалуйста. Фулбаф по риду и поехали. Фулбаф по риду? Ой. Вообще на бафку. Мне кажется, давай победа. Еще тогда. 2 минуты, когда ДСС на второй фазике не потеряли. Поехали. Мы уже вышли. МК 2 секунды. МК. 3 хила нормально. Контрольте. Мелика сразу циклонить, блять. Смотрите, ищите его. Друиды, чтоб сразу циклон дали по мелику. Ковер, ты ответственный за это. МК 3 секунды. Каст. МК. Раздали контрол. Скорее всего, главный контрол максимально. Что-то мы слишком, блять, быстро ее переводим. На этот раз. Да, сейчас хороший дополнит. Дохуя на хиловке там. Сейчас будем стопать и по трэшу играть. Вот все, стопнули, босса стопнули, никто босса не бьет, все в трэш свечную, все били трэш. МК сейчас готовимся контролить, миликов приоритет. Трэш мертв. Раздали контролы, 2 миликов, стопните, блять. Не бейте пока босса, не бейте, чуть подождем, у нас дохуя времени. Все равно МК люди. Все, поехали по боссу, переводим. На полную на дермича. Геру, давайте фул ДПС. Фонари сокру, дай сразу. На пол фонаря. Духи в кресте появились. И в печеньку бежит, около печеньки. Spirits. Звездочка. Аккуратно, духи. Мили идет под босса. Раздали контролы быстрее. Кухолиши ты контролить. На пол фонаря. Дермичи звонят. Дух, аккуратно, блять. В кого там? Дайте диспел. Духи под боссом, блять. Вайда бежит, а другой в кресте. Духи. В печеньку под босса бежит, под босса, отводи, отводи нахуй. Эмай на лед, дай. Один в полумесяце. 2, блять. Нормально. Раздали контролы.
Меня убили. Даю БР. Не, не надо, я встаю. Барбаросса, БР не или глю кого-нибудь серый? Я глю. Сейчас. Окей, ковер, дай БР по Барбароссе. Блин, далеко. На пул дермича, срочно. Лексор, дай сокру. Два духа в полумесяце. Один в крест побежал. Так, глю войду резать? Да, 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 резать. Рисую. Прохил быстрее. Йеннер, дай ему. Раздали контролы, раздали контролы. Стимса, законтрольте и Мирай. Дух один в полумесяце, другой, хуй пойми. Люксо, этот, глю, дай сокру. Другой около квадрата там за кем-то бегает на ботах. Дух в мелизоне появился около босса. Блять, станка идет, отводи, отводи, отводи. Скорее всего, Салю, срочно. Либо интервейт. Духи новые, опять в печеньке появился дух. Другой в полумесяце, в звезду бежит за кем-то. На пул в меня. Хант, Хант, за тобой. Кирилл, надо... А, все, вижу. Духи новые, аккуратно, в звезде там две штуки, ну. Фонарь, есть сакра? Раздали есть. Контролы? Дал. Давай. Крест. В крест один бежит. Не убейте боссама. Прохил. Дермич из баун давай. Два духа появилось около печеньки. Один в звезду побежал, другой в полумесяц. За тобой бежит. Я вижу. Андертач сальву срочно. Два духа. Блять, один около печеньки в крест побежал. Аккуратно. Духи новые. В кресте появился. Прямо в кресте. Побежал в квадрат. Один в крест бежит в мелизону. Раздали контролы. За контроль, ДК за контроль. Один в полумесяц, отойди. Серый, если сможешь, дашь БР по войду. В печеньке два появилось. Аккуратно. Около печеньки два духа. Репафните друида. Репафните друида. Дай сокру этот, она блядь. Лестница. Люксор. Дал. Духи новые. В кресте один появился. Один в кресте. Два. Один, да. Кас, бейте. Блин, тайм минус. Мирай прохил, блядь. МК ебучая. Дух на один в полумесяц и другой в квадрате. Далеко от друг друга. Лексор, подними себя по ХП. Я поднял. Рид, поставь ты там, если есть. В полумесяц, Войт, отойди около тебя. Вижу, вижу. На фонаре. Видите, нахуй, взорвали, блядь. Но это не я взорвал. В миле. Дух аккуратно в крест бежит и в миле. Духи, аккуратно, один в полумесяц около тебя беба, второй в меня вроде бежит. За мной бежит. Контрольте, контрольте. Дермич, отойди. Прохил сейчас, которые выйдут с МК. Один в полумесяце появился, другой в квадрате где-то. Блять, лужи ебаные. Я не могу встать. В кресте. Давать массакру? Да, давай. Один в кресте. Да. Бля, не вовремя рить там. Духи аккуратно новые пошли. Два со стороны квадрата креста бегут. Spirits. Духи аккуратно, один звезде. Мили, мили, мили. Контролы, дайте, контролы. Законтрольте, законтрольте. Дермич за тобой бежит. Spirits. Еще можно. Прохил. Не стой, не стой, беба, ебаный. На пул дермича. Spirits. Хороший пол. Угу. Ладно, бейте пока, бейте, бейте, еще есть шансы. Может, мильки босса? Все, все в босса играйте. Около креста два духа. Все в босса до единого играйте. Минуты 40. Можно, можно. Дремить сейчас баун, дай. Или... Мили бежит. Два мили. Духа, один в печеньку бежит под босса. Другой в крест. Контрол, контрол.
Хилите сами. Один хилит. Я труп. Все МК хилы оставшиеся. А, залупа, блядь. А, эфирен. Сука. Всё, вы боссом уже не успели. Нахуй. Ух, пул хорош. Короче, если путаетесь, на вас бежит дух или не на вас, вы смотрите, если вот возле вас дух, и вы не знаете, на вас он бежит, или на соседа на вашего. Подвигайтесь. Вы бегите. Кто сейчас, кто там взорвал, блядь, Хисяка, кто сейчас взорвал, меня убил, блядь? Принц Кинг один взорвал. Да, и Хисяка. Сидишь, блядь, никто ничего не ловит, под конец, блядь, находится 1-2 человека. Блядь, вот 12 лямов, и у нас еще минута до персы оставалось, сука. Это с такими погибшими. Лучше смотрите дольше на духов, пробегите дольше, 5 секунд пробегите, они 5 секунд ровно летят за вами. И потом уже спокойно домашните. Ну я типа двигаюсь, мне как бы этого хватает. Только духи появляются, я сразу вижу, двигаюсь. Там буквально 5-10 метров прошел, он уже... Нет, на сегодня хватит, нахуй. Лучше нихуя не будет, нахуй. Завтра здесь же, да? Эдик, ты еще в плюсе пока. Пока в плюсе, брат. Он на замене тоже фул ЕП? Блин, а че так мало? Те, кто были с нами, фул, остальным половине. Те, кто не были. Блять, ну как-то тут такие минуса дают. Они тупо просидели половину ЕП. Ну да, че-то. Такое, если честно. Мне как бы без разницы.